Как сообщает пресс-служба главы республики, Осадчаков сегодняшнего дня ушел в отпуск с последующим увольнением. На данный момент его обязанности делят между собой остальные замы Валентина Коновалова. Кто в дальнейшем возглавит пост первого зама и когда это случится, в правительстве не поясняют. Такие кадровые перестановки настораживают, ведь в правительстве налицо противостояние между местными и приезжими политиками. В начале июня в интернете появился ролик о якобы заговоре против губернатора. Некто под зашифрованным голосом рассказал, что замы Коновалова замешаны в сборе подписей против него. При расшифровке звука голос человека, который берет интервью, очень напомнил Надежду Узунову, сотрудника Богдана Павленко, а он из приезжей команды. Сам Андрей Осадчаков тогда прокомментировал в телефонном разговоре, что против него ведется работа, но подробностей не сообщил.